Сегодня у меня рецепт выпечки без дрожжей. Готовить буду творожные булочки. По рецепту идет 250 грамм творога. Творог обязательно должен быть вот такой пастообразный. Также выбирайте высокий процент жирности творога. У меня творог был зернистый, я в него добавила немного молока и пробила блендером. Приготовление теста очень быстрое, поэтому сразу же включайте духовку на 180 градусов. Яйца я хорошо взбила и забираю 2 столовые ложки для того, чтобы смазать булочки. В яйца добавляем щепотку соли и всыпаем весь сахар. Слегка все перемешаем и добавляем творог. Перемешиваем все до однородности. Вливаю растительное масло и все хорошо перемешиваю. Теперь добавляю муку, примерно половину, и всыпаю разрыхлитель. 7 грамм разрыхлителя – это 2 такие неполные чайные ложки. Перемешиваю все до однородности и добавляю новую порцию муки. Всыпаю всю муку и делаю однородное тесто. Вот таким вот должно получиться тесто. Вымешиваю его до однородности и переношу на стол, посыпанный мукой. Вымешиваю тесто буквально 2 минутки и формирую из него колбаску. Теперь тесто делю на равные части. Тесто получается вот такое вот мягкое и липкое. И чтобы оно не липло к рукам, я всегда руки подпыляю мукой. Тесто я буду делить на 7 частей. Такие булочки будут выпекаться 35 минут. Также можно разделить тесто на 12 частей. Булочки будут выпекаться 25 минут. Булочки сверху смазываю яйцом и посыпаю маком. Также можно посыпать семечками кунжута или рубленым арахисом. Духовка у меня уже хорошо разогрелась, отправляю в нее булочки. Мои булочки выпекались 35 минут, готовность можно проверять зубочисткой. На выходе она должна быть полностью сухой. Попробуйте приготовить такие булочки, они идеально подойдут для завтрака. Булочки сами по себе воздушные и внутри очень нежные. Если понравился рецепт, ставьте лайки, пишите свои отзывы. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!